Всем доброе, бодрое утро. У меня сегодня на завтрак ленивая овсянка на миндальном молоке с семенами чиа, здесь ложка сия, 3 столовые ложки овсянки и также ягодки голубики. Это так вкусно. Но вчера на ночь просто залила, чиа туда же положила. Посмотрите, вот такое миндальное молоко. Я вот эту фирму всегда покупаю, банановое тоже покупаю. Перекрестках есть полно, любой вкус. И ванильный, и шоколадный, и карамельный. Но вот мне нравится банановый, вот сейчас миндальный. Миндальный еле уловимый вкус. Очень. А с ягодками в сочетании. Мне нравится, что она холодная. Я вообще люблю холодную пищу, не знаю, с чем это связано. Мне прям это нравится. Кому-то хочется, там, сейчас бы горяченького. Ну, у меня бывает такое, но редко. Как-то я привыкла к холодной пище. Хорошо это или плохо, не знаю. Так люблю. И что я еще купила вчера в Перекрестке? Вот такой протеиновый батончик. Сейчас в Перекрестке тоже стали продаваться протеиновые батончики, ПП-еда. Ну, эко-еда. Хотя говорят то, что это эко-еда, она еще калорийнее, но не знаю. Как выбирать протеиновые батончики? Смотрите на соотношение белков и углеводов. Здесь углеводов 5 грамм, это очень мало. То есть углеводов в батончике, чтобы он был на пользу, а не поправляться от него. Потому что есть 40% углеводов. Там. Я не покупаю такие, мне важен белок. Здесь 20 грамм белка. Сейчас попробую. Кокосовый взяла. Распакую его. В белом... Ну, во-первых, пахнет он. Аромат стоит, прям кокосик. Да. Батон. То, что надо. Настоящий. Я думала, что это как в белом шоколаде или в йогурте. А это настоящий протеиновый батончик, потому что он однородный. И кокос. Отлично. Вот, в качестве перекуса батон самое то. Когда ты уже поел основное блюдо, углеводиками закинулся. Фруктики у тебя есть. Сейчас все белочек. И вообще все прекрасно. У меня сегодня длинный рабочий день. Кто-нибудь знает, как интерпретировать вообще сны? Такой сон странный приснился. Мне приснилось, что меня хотела покусать собака. Вот она кусает мою руку. Это не очень больно, но вот я кричу, я начинаю плакать от того, что меня кусает эта собака. Причем такая большая, пушистая. И главное, я понимаю, что она меня кусает от того, что... чтобы насолить другому человеку. То есть там такая ситуация произошла, что девушка в моем сне, сон какой-то странный, а девушка захотела назло украсть одежду из магазина, в котором мы сидели. Она сидела, группа женщин в этом магазине, и она назло начала воровать. Эта собака прибежала и начала кусать мою руку. Она кусает мою руку, и я кричу, говорю, ну что ты делаешь, зачем ты воруешь? То есть собака хотела напугать эту женщину, чтобы она не воровала, но все равно... А я плачу, я рыдаю, мне так обидно. И после этого эта девушка стала мне мстить. И потом я иду в душ. Вы представляете, я захожу в душ, и у меня такая стеклянная дверь, это все сон. Я сон рассказываю, может быть, кто-то сможет проинтерпретировать этот сон, расшифровать мне его. Я иду в душ, и там стеклянная дверь. И я понимаю, что наверху лейка. И лейка начинает лить. Я стою в одежде, и она начинает меня заливать. Я понимаю, что поднимаются пары, я начинаю задыхаться. Я понимаю, что эта девушка специально закрыла, вернее, включила эту лейку и льет мне прям в лицо. Я начинаю задыхаться. У меня такой испуг. И я открываю дверь, она убегает. Вот как-то вот так странно. В общем, меня эта девушка хотела убить во сне. Интересно, к чему это снится? Я редко вообще помню сны, а это такой прям явный, и до сих пор я его помню, что очень эмоциональный он был. Может, кто-то поможет, кто-то знает. Давай.
Так, у нас перерыв, пока поснимаю. Съемка для модельного агентства. Сашенька там. Вот, такие все в сборе тут, девочки, красотки, детская одежда. Так, такой вот у нас тут кипиш происходит. Ау, я снимаю наш кипиш. Свет, свет мне не хватает света. И давай, начали. Вот слишком сильно вперед. Слишком сильно вперед, хорошо по кадру. Подойдешь вот сюда. Ну, то есть у тебя будет два. Так, пошла, остановилась. Покрутилась. Так, юбочкой поцелуйчик пустила, да. И еще помахала, отлично. Да. Вернулась и вновь встала. Давай еще раз. Ты покрутилась, Пайки. Пойду туда, по наистовую сторону. Вот так, покрутилась. Да. Можешь разворачивать нас, и ты приближаешь кадр, чтобы там рюкзак был. Вот. Вот сейчас вот можно приблизиться. Улыбайся, дочь. Зубками улыбайся. А посмотри еще раз. Знаешь, какая там рюкзачок? Смотри, какой рюкзачок. Вот. И теперь как-нибудь